Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Валерия с ником Srecount23, находится в гильдии Скороход. Прочитал не так Скорострел. Ладно, это все смешно. Думаю, кто понял, о чем я. Те повеселились тоже. Так, окей. Вот такой вот у нас аккаунт. Донатный аккаунт. Коллекционер вот такой вот у нас будет. Тоже донатный, можно сказать. Нах, так. Гильдию не рекламу скороходов. 2075, первые и четвертые места. Кидайте заявочки, вступайте. Битва гильдий. Атака фортов. Босс третий, 5-20. А, босс третий, 5. А, босс третий, 5. Что-то я уже втыкаю. 20-30, 21-00. Факела 20-45. Форт 20-00. Багачет. И ВС, ну вы поняли, четверг, воскресенье. Так. И АФ, не посещение, кик. Вот так. Вайбер есть на экране. Кидайте заявочки, вступайте, отметимся, а то еще кикнут. Так, ну что, у нас сегодня должен быть веселый роллинг. Я надеюсь. Смотрим, что у него по героям нету. Донатных нету. Как обычно, подстава, короче, типа, выбей мне. Ну ладно, поехали. Что-то сегодня все кидают именно этих героев. Так, ну налетчик, бочка, ну все это значит будет имба роллинг сегодня. Просто мега имба роллинг. Так, поехали, посмотрим, что у него вообще делается по героям. Донатных нет, интересно, куда же он донат дел? Это просто жесть. Столб огня. Так. Относительно неплохо, я вам скажу. Жить можно. Наверное, все на таланты посливал. Такс. Че, поехали, 48 косамов. Нам надо заролить 15 слизней по возможности. И выбить недостающих героев. Так, полгрома уже у нас есть. Ниндзя. Так, ну чё, давай, рандомчик, раздупляйся. Гаргул. Коля. Коля, Купидон. Рыцарь. Леди Лео. Ну, где, ибо герои какие-то, ну, хотя бы недостающего одного дайте. Вот самое больше всего мне что-то не нравится ролить именно на донатных аккаунтах. Потому что там как западло не хватает одного-двух-трех героев, и не дают в надежде на то, что я их вытащу. Конечно, я вытаскиваю в основном, но блин. Бульдозер. Бугимен, ну я же говорил, я вытаскиваю. Ну что, поздравляю. Одна недостающая имба у тебя уже есть. В принципе, Бугимен офигенный герой. Блин, ну тут, конечно, надо еще постараться еще и этих словить. Я даже не знаю, поехали в рейд. Будем пробовать вытащить. Как-то нас быстро слили. Скороход. Так, драка с... Ну, блин, не то чуть-чуть упало, чего я хотел. Седнушка, вот она. Вот то, вот это я хотел, чтобы сразу нам упало. Сердцеедка. Рино, вот оно, пошла жара. Афина. Паналадин. Ну, все, Паналадин упал, и можно выходить. 12-15, ребят. Три слизня надо. Три слизня. Поехали, короче, кого-то шатать гарнизоном.
Смотрите на этих имба-героев. Смотрите, что они делают. Короче, мы оккупировали его полностью. Сейчас мы сольем половину его базы. Но это не точно. Тащите, ребята! Вот бы было смешно, если бы после обновления так надо было битву гильдии проходить. Такс. Ну, что могу сказать. Два недостающих героя мы достали. Осталось нам собрать за 15 000 слизней. Задача не из легких, но думаю, мы ее сделаем. Ну давайте, добивайте уже их. Красавчики, посмотрите, они нашли правильный угол и зашли. И зашли к этой казарме. Они ее сейчас ушатают. Ну просто... Просто чудесно. Все, до свидания, ребят. Поехали дальше. Так, ну что, я вункую. Сейчас мы не соберем слизней. Спрячьтесь, ребят. Я не зря их посылал. Это просто... Это было эпически. Просто эпически, ребят. Такое не часто вы увидите. И такое вы тоже не часто увидите. Мы уже собрали, в принципе, даже больше, чем надо. Так, надо кого-то опять послать в рейд. Видите, это действует. Новая тактика, ребят. Это новая тактика выбивания имба-героев. Надо просто найти кого-то и ушатать. За два сама, думаю, такое можно. Let's go, ребята. Нам нужен Леда Феникс. Я, конечно, загнул. Так, окей. Поехали. То чувство, когда ты ролишь и выбиваешь фараона, профессора Ибета. Представьте, если это был бы бездонатный аккаунт, как бы он радовался, что ему упали именно такие герои при таком раскладе. Ну, к сожалению, такие, посмотрите, что делается. Но... Все, короче. Я понял тактику и схему, как добывать слизней. Надо просто тупо сливать солдатика. Так. Поехали, смотрим. У нас есть два недостающих героя. Блин, Фрей, конечно, мы навытаскивали. Жестко. Такс. Такс. Получить. Мы забрали. Забрать, но фул коллекционер собрали. Офигеть, конечно, слизни мы навытаскивали. Кто считает, напишите, сколько слизней упало. Ну, по-моему, это топовый аккаунт, где я сегодня больше всего выбил слизни за такое количество самов. Так. Нафиг это балабольство, поехали. Смертушка, панчбокс не упал, офигеть. Зато тут навытаскивали, закашлялся, блин. Так, ну чё, как думаете, вангуем? Ну, прости. И такое бывает. Так. Я сюда полез. Я хотел посмотреть на героев. Ну, такое. Есть коробки? Коробок нет. Да, печалька. Печалька. Ну, в общем, ребят, вот как-то так. Как видите, в принципе, повезло. Словили два недостающих. Довольно-таки неплохих и нужных. Но у него осталось, блин, всего-то ничего. Ледяха, командора и рогатка.
Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Ждите следующих видосов, кидайте заявочки, ссылочки есть в описании, куда писать. Всем удачи, всем пока.